В минувшие выходные в Твери отметили Масленицу. Нельзя сказать, что народные гуляния прошли в прежнем масштабе, однако атмосферу первого весеннего праздника жителям города помогло ощутить предпринимательское сообщество региона. Компания «Рускирпич» стала соорганизатором и спонсором праздничного мероприятия во Дворце культуры «Пролетарка». Съемочная группа нашего телеканала присутствовала на месте событий. Компания «Рускирпич» хорошо известна на рынке строительного кирпича. Преимуществом компании является наличие собственного завода по производству кирпича, что позволяет не только реализовывать продукцию по минимальной стоимости, но и контролировать весь производственный процесс. Компания занимается производством инновационного строительного материала – гиперпрессованного кирпича. Его простота и надежность сочетаются с превосходными эксплуатационными характеристиками. Технологичный гиперпрессованный кирпич производится по принципу конструктора «Лего» и визуально похож на него, поэтому его еще называют лего-кирпичом. Наша продукция постоянно совершенствуется. Мы выходим на новый уровень, устанавливаем автоматические линии, полностью роботизированные. Поэтому надеемся, наша продукция будет все больше и больше распространяться. Сегодня компания «Рускирпич» – это не только современное и успешное производство, но и пример социально ответственного бизнеса. В минувшие выходные компания стала соорганизатором и спонсором масленичных гуляний во Дворце культуры «Пролетарка». Конечно, важно быть социально ориентированным в данном случае, видеть радость в наше нелегкое время, неоднозначное, и понимать, что данным праздником мы приближаем весну и радость людей. Гости праздника могли принять участие в лотерее. Ее победители получили ценные подарки от компании «Рускирпич». Как отмечают руководители Дворца культуры «Пролетарка», подобный тандем между госучреждениями и представителями бизнеса – отличный пример взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, участие предпринимателей, участие предприятий – это, во-первых, дружба, зарождение дружбы или уже даже ее продолжение. Для нас это огромная помощь. Начало весны – это не только Масленица, но и Международный женский день. С этим праздником жительница Верхневолжья поздравил руководитель компании «Рускирпич» Владимир Ешурин. Вы являетесь нашими музами – бабушки, мамы, жены, дочки. Мы всех вас очень любим. Добра вам, нежности. И надеемся, что своими поступками мы сможем вам доказать, что за нами вы можете быть как за каменной стеной. К этим поздравлениям присоединяется и наш телеканал.